Здрасте, папа. Извините. Я меня три часа стала вила. Я меня немецкая, мусульман. Ничего. У меня коробку проблем. Коробка. Что нужно? Я сломали. Дай мне шанс по дорогу. Я меня картишка, я блокирую. Навести что ли? Я не. Я деньги русские, я не могу. Я блокирую меня карт. Карт. Я деньги есть много на карт. Я не тут кеш деньги. А дала только меня. 30 грамм золото. Дай мне мало деньги русские, извините, Аллах клянусь. Дружище, я позвоню сейчас в этот, чтобы приехали, помогли тебе, хочешь? Не, дай мне мало деньги русские, нет. Извините, я не туда. Ты не понял, ты откуда? Я мы до Чита. С какого города? А дала только меня каз. С какого города? Читу. Из Читы? Нет, ты кто по национальности? Дай мне 10 тысяч русских рублей. Подожди. Я могу позвонить, это техпомощь? Салам алейку. Техпомощь позвонить? Этот, эвакуатор вызвать? Папа, понял, эвакуатор. Я звоню. Вызвать эвакуатор? Да, я звоню. Смотри меня. Я немецкий. Смотри, не России. Он говорит, дай деньги русским. Деньги румынские есть, а он не меняли. Вы из Румынии, что ли? Да, Румынии. Кончились деньги, он деньги. Я сейчас приеду, я позвоню в посольство или консульство. Он треба деньги на ремонт машину. Мои деньги не меняли, понимаешь, как ситуация румынская. Как вы поехали в Россию без денег? Он сломали, картишка есть, понимаешь. А проблема, я треба езжать до города банк. Понимаешь? Давай, кольцо, как сувенир. Возьми. Дай русские деньги, пожалуйста. Это знаешь, что такое? Эй. Ромалы. Ромали? Это рандоли. Серьезно? Да. Как хочешь тебя? Он фильмует, а? Фото? Ну, он фото. Да, я покажу теперь. Сейчас. Ну вот, еще один. Одна попытка развода на деньги.